Алексей Сютков, родом с Ульяновской области. В Самару переехал с родителями, учился в 82-й школе, окончил речной лицей. Был призван служить в армию, и именно там понял, что его призвание – защищать родину. Служба проходила с 2004 года в разных частях. Воинская должность по последнему месту службы – механик-водитель берегового ракетного дивизиона. Близкие рассказывают, что Алексей был патриотом и человеком долга. 12 июня сержант Сютков погиб. Погибают лучшие, потому что не прячутся за спинами своих товарищей. И, выполнив свой долг, конечно же, все это горько осознавать, что такие молодые ребята уходят от нас. Он защищал интересы своей родины, своей отчизны, своего народа. А как известно, наш народ не забывает своих героев. Вечная ему слава. Алексей Сютков принимал участие в контртеррористической операции в Северокавказском регионе. Был ветераном военной службы. Обладал природной скромностью и вежливостью. В свободное время писал книги. Две электронные были опубликованы у него на сайте. Третью закончить не успел. Алексей Сютков погиб при выполнении воинского долга в районе поселка Врубовка Луганской Народной Республики. Награжден орденом мужества посмертно.